На автобусе по 20-м номерам городская комиссия по благоустройству объездила сегодня не меньше 20 улиц. Первое в этом году выездное заседание было обзорным. Обозревали представители штаба общую картину весеннего Кузнецка после двух субботников. Сказать, что ничего не сделано, тоже неправильно. И кривить душой не буду. Конечно, часть работы проведена. Как всегда, у нас более мобильная, оперативная социальная сфера. Она и более дисциплинированная. И ту работу, которую она провела, она действительно уже сегодня видна. И, как всегда, хуже частный сектор. Не совсем еще у нас просто бизнес, сообщество. А те примеры, которые вы сегодня увидели, ну, даже комментировать тяжело. И говорить тяжело, и понять трудно. Людей, которые живут в Кузнецке, но кузнечанами не являются, судя по их отношению к городу. В западном микрорайоне практически на глазах у изумленных представителей комиссии по благоустройству трактор с тележкой, нагруженный мусором, съехав с вычищенной площадки автозаправки «Атланта», вывалил мусор на территорию городскую. Конечно, городской пейзаж эта куча портила бы недолго. Последним пунктом ее передвижения, скорее всего, стал бы овражек, который не видно с проезжей части, благодаря чему его и превратили в несанкционированную свалку. И кто же на этот раз выступил в роли волшебника? Человек, осуществивший вывоз мусора, представился работником предпринимателя Шумилкина, штатным сотрудником автозаправочной станции «Атланта». Кстати, территория самой станции выглядит безупречно, как и лицо автозаправки на улице Кирова. Ее тыльная сторона загромождена строительным мусором. Вообще, как показывают рейды по благоустройству, Кузнецк – город контрастов. Одна и та же улица одного и того же частного сектора. Одна сторона радует глаз, на другую и смотреть не хочется. Одни жители неустанно вычищают придворовую территорию, другие бездействуют. Между тем, до конца месячника по благоустройству остается 2 недели. До дня 65-летия Победы чуть больше. Как мы заявили, что лучший подарок ветеранам – это чистый, уютный, благоустроенный город. Чтобы так было, нужно 2 недели просто очень сильно пахать всем, особенно коммунальным службам, и разбудить население. Будить население в этом году попробуют разными способами. Администрация Кузнецка вместе с депутатским корпусом планирует учредить гранты для лучших благоустроителей. Денежное поощрение получат жители самого благоустроенного дома, двора, подъезда, квартала, депутатского округа.